Ви дивитесь «Подробиці тижня», ми повертаємось у прямий ефір і продовжуємо обговорювати цей політичний тиждень та прогнозувати наступний. Тепер із Юрієм Бойком, співголовою опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Як ви оцінюєте результати переговорів у Парижі? Та на вашу думку, чи вдасться виконати домовленості, аби відбулася наступна зустріч, анонсована через 4 місяці? Ну, звісно, хотілося б більшого, як завжди. Хотілося б отримати дорожню карту вже з чіткими задачами по миру, но в политике не бывает абсолютных побед или абсолютных поражений. Есть плюсы, есть минусы. Безусловным плюсом является то, что сама по себе встреча состоялась, что пошли переговоры президента Украины с президентом Российской Федерации. Это безусловный плюс, должен быть прямой контакт. В итоговом коммюнике отражены вопросы безопасности, конкретного плана, который надо выполнять и который дадут, безусловно, ослабление вот этой напряженности. И отражено приверженность Минским соглашениям и отражено необходимость формализации формулы Штайнмайера, собственно говоря, порядка проведения выборов на местном уровне на неконтролируемых территориях. Это плюсы. Минус, я считаю, что президент Украины отказался от прямых переговоров с непризнанными республиками, потому что достичь результата можно при прямом контакте. И это серьезно осложняет переговорные позиции в дальнейшем. Посредничество – это хорошо. Понятно, что за эти республики должна гарантировать Российская Федерация, но должен быть прямой контакт. И я считаю, то, что испугались вот этого шага – это, безусловно, минус. Багато хто каже, що потрібно внести зміни до мінських домовленостей. Навіть ширяться чутки, що українська делегація готує до наступної зустрічі свій варіант, так званий «Мінськ-3». Як ви вважаєте, чи потрібно переписувати ці домовленості, та, ну, чи потрібно змінювати Мінськ, та наскільки це реально? Ну, звісно, во-первых, сроки ушли, какие-то вещи надо поменять, потому что просто там ведь даты стоят того времени. Но на самом деле алгоритм достаточно четкий и понятный. И если идти по нему, то можно за следующий год прийти к осени к выборам на местном уровне на тех территориях и, в общем-то, получить власть, которая будет легитимна в Украине, и, соответственно, вернуть территории людей назад. Я уже не говорю о том, что вопросы безопасности должны быть решены в первую очередь, и они как раз отражены в Минских соглашениях. Поэтому пересматривать можно, модернизировать можно, но принципиальные вещи, которые касаются изменений в Конституции для закона об особом статусе, порядка проведения местных выборов, они, в общем-то, осмыслены и уже должны быть реализованы. Цього тижня продовжили дію закону про особливий статус, який вже існував. Проте є багато пропозицій щодо його змін. І, зокрема, від президента України. Що ви про все це думаєте та в якому вигляді має існувати цей закон? Дійсно, продлили ми цей закон, хоча він носить декларативний характер. Він не працює, тому що він протирічить Конституції України. І для того, щоб він був реальним механізмом і працював, треба внести змінення в Конституцію. Чого боїться и сегодняшняя власть. Боятся правления, в этом случае национализма. А на самом деле, ведь надо закон об особом статусе, он нужен для того, чтобы эти территории подготовить для жизни в Украине. Они уже 5 лет живут отдельно от страны жизни. Там своя власть, своя валюта, там комендантский час. То есть там масса проблем, которые сегодня нам придется решать, чтобы они стали полноценными субъектами нашей страны. И, конечно, нам придется это делать. А что касается продления, это был некий вот сигнал, что мы дальше готовы идти по мирному пути. Собственно говоря, он дважды уже принимался в парламенте и чисто работал вот как сигнал, что мы готовы к миру. Що буде з транзитом газу через Україну? До нового року залишилось дуже мало часу, і з 1 січня транзит може бути призупинений. Що потрібно для досягнення нової домовленості? Я даже не хочу рассматривать сценарий, когда не будет транзита, поскольку это принесет колоссальные риски для нашей страны. Финансовые, технические, потеря рабочих мест, создание массы неудобств, неприятностей в глобальном таком масштабе. Потому что мы только денег получаем в бюджет Украины, почти 80 миллиардов гривен каждый год от транзита. 80 миллиардов – это бюджет здравоохранения почти. От транзита российского газа нашей территории в Европу. И, конечно, надо сделать все для того, чтобы контракт был подписан. Я убежден, что он будет подписан, несмотря на то, что представители старой власти, в том числе руководители нефтегаза, они реально ставят палки в колеса для того, чтобы этот контракт был заключен.
там, завели ситуацию полностью в тупик. Профессиональные свои обязанности не выполнили по разделению компании на транзитирующую, добычную, что необходимо по правилам Европейского энергетического сообщества. И сегодня это надо быстро устранить и перейти к подписанию контракта. Наступний тиждень пленарний, може відбутися голосування щодо земельної реформи. Нагадаю, це вже буде друге читання, тобто можуть ухвалити остаточно. Ваш прогноз, чи ухвалять це рішення? Я думаю, що це колосальна політична, соціальна провокація, яка може відбутися в країні. Тому що в тому виді, в якому підготовлений цей закон, я, чесно говоря, навіть не розумів логіки президента, зачем вони його толкають. Тому що це ламає, попытка сломати через колено всю країну. Люди боятся, люди поняли, что их обманывают, люди боятся этого закона, его надо переделывать, с учетом мнения фермеров, мнения людей, которые работают на земле, а не транснациональных корпораций или международных финансовых спекулянтов. И тогда только принимать, причем предварительно проведя референдум, потому что это вопрос чувствительный, и люди должны понимать, куда это все идет. Я хочу надеяться, что власть избежит вот этой провокации. В любом случае мы будем категорически против и будем протестовать против этого насилия над людьми. Останній пленарний тиждень залишився перед канікулами. Яких рішень ще можна чекати від Верховної Ради і на яких буде наполягати ваша фракція? Ми вносим 3 законопроекти. Я надіюсь, що вони попадуть в порядок денний. Перше – це виконання рішення Конституційних судів, постановлення парламенту о виплатах чорнобильцям, інвалідам і ветеранам. Это решение мы добивались на протяжении последних 4 лет. Они приняты, но правительство не выполняет и не выплачивает положенные льготы, что обязано. Поэтому мы будем добиваться, чтобы парламент принял такое решение и заставить правительство их выполнять. Второе – это выплата детям, пострадавшим от войны, разовой материальной помощи. Это снятие НДС на газ, что позволит снизить коммунальные тарифы. Вот эти законы для нас являются приоритетными, будем на них настаивать. И закон 2491 – это формализация как раз формулы Штайнмайера украинского законодательства. Мы тоже подали соответствующий законопроект и считаем, что он должен быть принят, тем более, что это уже отражено в Парижском коммюнике. Дякую вам за цю розмову. Співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко відповідав на мої питання. На все добре.